приветствую. Сегодня хочу рассказать про работу, которую мы выполнили в автомобиле Ford Transit. Это база L2H2, короткая база со средней крышей. Здесь мы установили комплект диванов трехместных Riviera и изготовили столик своей конструкции. Также установили кондиционер, сделали под него полку, перетянули серым материалом. Внутри в салоне в цвет Riviera также сделаны чехлы, перетянуто все в одном цветовом решении. Кондиционер здесь стоит на 7 киловатт, это второй контур. Снизу мы видим регуляторы воздушных потоков и тепло-холода. Также изнутри мы видим отверстия, технологические крючки для забора воздуха, чтобы воздух, который забирался из салона, сразу он же охлаждался. Если посмотреть сзади, то мы увидим, что установлен пластик формованный, который делается специально на заказ для этих автомобилей, для Фордов. Потолок здесь остался родной. Также боковые обшивки перетянуты кожзамом. Пластиковые арки тоже поменены, чтобы все был цвет салона. Родные арки идут черные. Но так как у нас здесь все в сером, темно-серых тонах, решили заменить арки тоже. Диваны Riviera отличаются от диванов тандем аналогичных, те, которые мы показывали в предыдущих видео, тем, что у Riviera отклоняется вся спинка целиком, то есть все три человека, если сидят на диване, должны принять одинаковое положение. Продемонстрирую это. С двух сторон эти хлястики есть для того, чтобы организовать спальное место, на котором было бы удобно спать. Диваны надо либо разложить оба, либо второй хотя бы к нему пододвинуть. Продемонстрирую, какая длина получается у диванов Riviera. Опа. Полтора дивана я, можно сказать, помещаюсь целиком. Ну а если разложить второй диван, то спального места будет больше, чем предостаточно. Я помещаюсь во всю длину. Можно вытянуть руки, спать спокойно. Диваны мягкие, а все вот эти неровности анатомические, они не мешают. Вот есть тут выступы, но они проминаются и спать не будут мешать. У дивана есть три положения. При нажатии вниз он свободно перемещается по направляющим. Если рычаг отпустить, то он ищет отверстие для фиксации. И верхнее положение фиксирует жесткое состояние, чтобы не дребезжали во время поездки. Сейчас продемонстрирую диван, насколько диван глубоко уходит в салон, задвигается. Образуя большое пространство для погрузки, для перевозки багажа. Отдельно хочу рассказать про столик нашей конструкции. Он складной и крепится на рельсах, по которым перемещаются диваны. Столик складывается очень легко. Здесь есть пазы, в которые заходит он. Потом фиксируется. Простая, надежная конструкция. Раскладывается в обратной последовательности.
Все. Чтобы он точно не закрылся, фиксируем барашком. Покажем вам, как снимается столик. Сначала лучше сложить столешницу. Снизу есть перекладина. Конструкция столика выполнена так, что она крепится в распор, ставится в распор между рельсами. Соответственно, эта перекладина, она держит напряжение постоянно, чтобы ножки стола цеплялись за рельсы. Для складывания надо поднять перекладину наверх, и можно столик спокойно из салона вынести. При полностью сложенных диванах можно спокойно пройти, присесть. Места предостаточно, разуться, развесить где-то одежду и спокойно лечь, застелить кровать. Не, здесь не все, не впритык. Дивана получается оптимальной жесткости. Я, конечно, не доктор, но думаю, людям с больной спиной будет на них удобно спать. Про Ривьеру мы всегда скажем, что она сделана очень четко, идеально, все швы, все строчки, все красиво, ровно.